людьми так уж получается, что я сейчас встречаюсь со многими людьми, в том числе и с людьми, которые преподают, там, даже встречалась с основателем там, чего-то там, какого-то глобального и большого, которые идут в аскезы. Но если с ним начинать разговаривать, он как бы, да, я есть любовь, я все. Я начинаю его ковырять, и там пусто. То есть на каком-то этапе он все равно говорит, ну, как бы, возможно, я допускаю это, что я мог бы быть еще шире, еще глубже, еще счастливее. То есть это же страх найти себя в другом качестве. То есть здесь у меня все получилось. Здесь я как бы, вау, герой. А в другом качестве. Это, знаете, когда... Мне напоминает, когда сидит человек там перед камерой, гуру какой-нибудь, прям вот гуру-гуру-пригуру, и он там рассказывает что-то о таких вещах, что там весь мир един, все едино, все есть любовь, а у самого нет денег там, я не знаю, там, на туалетную бумагу. Ну как едино, если ты уже отделил материально от материального мира? То есть если ты... Действительно, един у тебя будут все грани. У тебя будет грань бизнеса. Это неотъемлемо.